Как у вас настроение по части уральского дерби, предстоящего в мае? На самом деле я в большом предвкушении. Это будет очень интересно. Третий раз. Каждый раз проходит по-новому, в другом формате, в другом виде. Очень интересно посмотреть, что будет в этом году. Будет команда, получается, баскетбольного клуба и команда, скажем так, гостей, заклятых друзей и так далее. Как думаете, кто победит, хозяева, либо это какие-то будут, ну, кто-то приглашенные звезды? Я на самом деле не знаю, я буду в любом случае болеть за игру. Ясно. Какая игра вам больше всего нравится? Это данки, там, трешки, защита, как вот, что больше всего нравится? Лично вам? Лично мне, когда мало фолов. Понятно. Ладно, спасибо большое.